Скорая помощь дорогам. В этом году в Самаре на средства нацпроекта отремонтировали 12 объектов, ведущих к медицинским учреждениям. Сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Улицу Солнечную привели в нормативное состояние от 22-го подъезда до Нововокзальной. На участке располагается одно из крупнейших медучреждений – Самарский областной клинический онкодиспансер. Улицу Мичурина отремонтировали в границах Ярошевского и проспекта Масленникова. Здесь сосредоточены медцентры с лечебно-диагностическим функционалом, в том числе Самарская городская больница номер 4. Проспект Ленина преобразился на всем протяжении от Полевой до Новосадовой. Дорога к Самарской городской больнице номер 1 имени Пирогова. Также по проспекту Ленина можно добраться до перекрестка с улицей Челюскинцев, в районе которого находится местная поликлиника. Стартовал 5-й сезон окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». До 15 ноября на официальном сайте фестиваля принимают заявки от творческих объединений. На победу могут претендовать непрофессиональные театральные студии, в том числе из Самарского региона, который в прошлом театральном сезоне побил все рекорды, заняв в фестивале сразу 5 призовых мест. Региональный этап «Театрального Приволжья» пройдет в 2 этапа – в заочном и очном форматах, сообщает телеграм-канал Самарского района. Родителям близнецов, зачисленных в первый класс, Департамент опеки, попечительства и соцподдержки предоставляет единовременную выплату. Необходимым условием предоставления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения до 30 ноября. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Подробную консультацию можно получить по телефону 340 08 47.